Мне какое-то говно несет, спасите, помогите, пожалуйста. Это наши авиалинии, да. Мне до Ростова, пожалуйста. Ну давай, отпускай меня, жар-птица, ты куда меня в море несешь? А, это не море, это были деревья. Болото, блин. Графон проблемный немножко. Бум. Как мне добывать, как в Майнкрафте камень? А. Почему он все время говорит, я вам принес весть? А, понятно. А, то есть поговорить. Он обучает игре. Да, 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 что-то там из камня. Чисто это пока симулятор кликера. Ну блин, да. Ой, на меня школьник напал. Иди сюда, ты где? Да я рядом с вами. Курк, Курк, я тебя вижу. Бей его, защити меня. Иди сюда. Пошел отсюда, иди. Иди матишу делай, иди делай матишу. Ну или в крыше не оставишь места, чтобы дым уходил. Так можно газовые камеры делать. У меня птица зависла. Потом у черного леса. Такие два раза уебал, куда она? Я вижу огонек, ну. Но в нем нет надежды. У меня есть кремень. Унга. Бунга. У меня тоже есть. Ога-бога. Моя строить костер, моя теплый. Че это за дерьмо в нас в небе? Это что? Это у. Их дросило-то. Это называется древо мира. Выглядит как говно. О. Гляньте, может. О, гляньте. Там огонь. У меня чертежи новые, блядь, все засрали. У нас просто крыша соломенная, понимаешь? У меня все засрано вот этим, блядь. Вот этим вам новый этот доступен, вам новая хуйня доступна. Мы повысили уровень. Давай к нам, у нас тут дом. Полено может грохнуть. Просто безумная, блядь, физика. А да, и в следующей серии. Ну мы там это за кадром чуть-чуть пофармили, у нас теперь тут есть огромнейший замок. Мы построили авианосец. Ух, блядь! Ух, ух, сука! Прямо из земли выполз, тварь! Дай, Секу, дай доски! Спасите! Я тут плаваю! Иду, блядь! Курк, бей, бей, бей всех! Нет, курк! Меня дерево уебало! Ёбаные лесорубы. Чисто такой бонг был. Это природа мстит, блять. А хочу сообщить вам, что мы восстановили наши сервера по Майнкрафту, и теперь вы можете зайти на них через наш собственный лаунчер. Ссылка на него будет в описании. Кто тут все деревья вырубал, блять? Зашел тут просто поляна, нихуя нету. Ну, блять. Они камни остались. Нам слушайте, Кубрик просто обозлился на деревья, потому что он как бы их посрубывал, но оставил сами эти стволы. То есть ему не нужно было дерево, ему нужно было просто его все срубить. Да кто, блядь, тут вечно свои каменные топоры старые выкидывает? Срали все природы. А, еще раз зашипи, снимай. Да-да-да. Хуй поймешь, какой именно шипит. Блядь, да я кого убила? Фас, я твой брат по несчастью, я тоже с крыши упал. Биба и Боба, блядь, два долбоёба. Чисто стало без деревьев. Стало пусто на душе, блядь, без деревьев. Для верстака? У меня есть модный кожаный шлем для BDSM-пати. Осталось сделать кожаные штанишки. Я не могу больше съесть малины. Это бревно сломало другие деревья. О, блядь! На меня какая-то херня напала, в которой бросается камнями. А это шкильник. Это какие-то убер-шкильники. Я им урона даже не наношу нормально. Все, я... Убегай от них, убегай. Спасите, блядь! Они не отстают. Они говном кидаются. Хейтеры. Ну так беги от них. Фаст, ёб твою мать, арра. Фаст! Что нам сделал? Чё? У меня все хорошо было, а он уже там что-то искривил. Я хочу огородить наш дом от врагов таких, как так ты. Там надо, чтобы мы могли выйти. От врагов народа. Я тебе на дрова пущу. Куда убегаешь? Кубрик очень съебальник начистит. Не знаю, блядь. Пизди, пизди его. Сделайте Кубрику могилу заранее. Ха-фу. Вот день третий. Нет, обратно. Это дед, блядь, напал на меня. Дед, отстань. Я не буду доедать. Ой, блядь, черный лес. Это плохо или хорошо? Это хорошо. Не верьте, Сикуко. Ебать меня, блядь, вкатило. Ох, ебать, на меня босс напал. Чуваки, я вам врагов веду. Да, смотри, за мной какая-то хуйня со звездочкой. Я вас не пущу сюда, это мой дом. Ой, бля, у него хуйня со звездочкой. Давай, наска, да. А вы знали, что мы обосновались на болоте? Так что это теперь наше болото. Называй его Санкт-Петербургом. Давай, 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 быстрей, пока не умер. Да не могу я нажать на ей, я умер.
Забирайте. Давай. Я смотрю в наше будущее. Какое же наше будущее? Да хуёвое. Да, ССР, поехали. Оставим этих сухопутных крыс. Все, Вальгала. Костя, надо я побежал. Тут какой-то страшный бор, но он сразу умер. Ой, беги, беги, не трогай, лучше не трогай. Да. Не слишком. А нам что-то нужно делать, мы не можем их просто взять, оставить так. Осторожно сзади! Смотри, нормально мы их выносим, слушай. Я просто прошлый раз сдох сразу. Ну вот, все, мы уже такие подпрокаченные. Они идут, Сосао! Сосео! Я тебя прикрою щитом. Они камнями кидаются. Они говном кидаются. Да я не брал её. Это из готики, скелеты из готики. Это сука. Тихо, тихо, все нормально будет. Ща. Вот тут попробуй. Блин, я слишком жирный. Попробуй. О, залез. А, тут стрелок какой-то, лучник, ой. Скелет лучник. У меня выносливость кончилась. Снизу, нет. Бей его. Бегу, бегу, бегу. Там еще второй бежит. Давай, сам как-то. Ох, блядь. Да их тут штук 8. Ай. Да беги тогда, что тебе сказать. Вот. Я тут теперь умру на этой башне, судя по всему. Я скелета сбросил. Теперь я на самом высоком месте. Мне тут бежит обратно. Я стою выше. А я на самом низком. Все кончено, скелет, я стою выше тебя. Да. Тя, чертов скелет, единственный враг, ворвавшийся в мою судьбу, прощай. Ой, блядь. Тут еще деревья ворвались в мою судьбу. Иди наверх, бежи наверх. Слушай, придется, наверное, тут ночь переждать. А у меня нету... А я не могу поставить неподходящее место, костер. Да я к вам тут плыву. О, все! Ну давай, мяско пожарим. Да, нормально. Нормально. Это шашлычок. Пивасика. Заебись будет, это как-то мясо есть. Ну я к вам плыву, держитесь. А все, мы тут захватили сторожевую башню, мы тут крепость построим. Вот Соса уже рыбачит в лесу, блядь. Дай мне олень. Фас до сих пор, блядь, уже 2 часа за этим оленем, блядь, бегает. Я бы потерял. Я в черном лесу нахожусь. В принципе, мой... Ну, тут, в принципе, все сходится, потому что один черный в этом лесу все же есть. Фас Соса. Тебе моя маскировка, серп. Ночью тебя хуй заметишь, конечно, да. Вас тут окружили, блядь. Блядь? Да, вас тут окружили. Прорывайся, потому что мы тут чилим с мясом, нам похуй вообще. Блядь, меня убили, еба, охуенно. Да, вот пришла, блядь, подмога, ну ты нахуй, знаешь. Это будет наша точка воскрешения, сигнальный огонь. О, ни хрена, это же этот из Ведьмака. Мне... Ой, я понял, блядь. Все, мне пизда, по-моему. Блядь, убегай! Убегай! 12 хп! 13 хп! 11 хп! Нет, Сосао! Наверное. Я умираю! Нет, Сосао, нет! Сдохни хотя бы где-то рядом, блядь! Ну что, Серк, рассказывай, как тебе Вальхейм? Да пиздец, меня тут осадили. Сосао, по-моему, уже умер, его, блядь, черти съели. Я еще живой! Ну иду тебя спасать, блядь. Беги ко мне, беги ко мне, беги на мой зов, на мой крик панический. Это ты... А, не сдох. Блядь, Сосао, за шо? Знаете, я в рот ебал вот эти ваши плавания, если честно. Мы могли, блядь, и так это все сделать. Серег, ты чё, умер, что ли? Не-не, я живой вполне. Я твой труп нашел. Живи. Новый. Нихуя себе у тебя тут всякого. Я эвакуируюсь с этого острова, я в рот ебал. Как раскрыть странные паруса? На этот, на C русскую нажимаешь, на C русскую. Фига ты построил лестницу в небо, у меня вопрос. Он хочет достать до этого дерева огромного. А что ли? Нет, я сел на мель. Я к вам обратно, я ебал, блядь, тут находиться. Мне некомфортно, нахуй. Блин, у меня ветер дебильный, вообще непопутный. Зажгите огонь, чтобы я вас видел издалека. У нас 4 огня горит, скажи. О, я вижу костры, я к вам плыву. Я зажгу свой костер. Мы не костры, мы факела. О, нет, шторм, шторм. Спасите. Ой, блядь, я тону. Убрать паруса. Убрать паруса. Спасите меня. Он у тебя проляемый. Швабс. Я дома. Я дома. А, так нахуй твич. О, я нашел огромный пласт меди, просто ебейший.
О, я плот наш нашел. А, я вернулся там, где мы были. Кстати, пешком намного быстрее. Ну не так весело. Ой, блядь! Че? Мне кто-то на ухо так наорал, сейчас пиздец. Это ты и заорал. Нет, там какая-то хуйня на меня напала. Это обычные вот эти грейвольфы, но они так наорали, блядь. Ори в ответ. Это я наорал. Ты куда заорал? Чуваки охуели. Блять, это я. Ты катакомбы, наверное, кто-то уже рассматривал, что-то не понимаете. А, ну ты в катакомбах, в которых я был. Наверное. Не знаю. Блять, я тут какие-то горы зашел. В горный лес, блять. Ужас. А, там. Блять, тролль! Беги! Давайте ёбнем его. Давай. Так мы же его не убьем, дурак. Мне поздно, а он на меня сагрился. О, деревня. А, слышь, так нихуя ему урона нанес. Добро пожаловать. Ох, ёбаный урод. Да беги, дурак. Он тебя сожрет. Ой! Нормально. Все, я в здании спрячусь, мне похуй. А, нет, он наверное. Или нет? Или да? Да! Да, он здание разломает, блядь. Аккуратно. Нормально. Это моя это крепость. А почему они меня через крышу колбасят? Он меня за 10 километров убил. У него пол ХП осталось всего. Так это я ему снимаю, ебать. Так я его тоже ударил один раз. Ну ты, конечно, да, так я его тоже ударил один раз. Это ты со своими топорами ему ничего не делаешь, а я дубин три потухли. Скиф, блядь! Реально, почему костры? Реально, почему по костры? Сосао, спаси, блядь! Он в деревьях запутался, слишком жирный. А, нет, нихуя! Его там нихуя не осталось уже от этого тролля, если честно. Все, привет. Че с него упало? Говна. Все, у меня мой дом. Лично мой. А на улице дожди, жопа. Я не хочу, чтобы шторм скинул. Страшно. Я боюсь здесь страшно. Бог молнии нас покурает. Лес движется, что это означает? Бляха-муха! Осада! Тим, сейчас защищаемся. Швабс, блядь, стреляй, ой, бей! Я у тебя успел только сундуки поставить. Лес успокаивается, давайте. В дом! В крепость! Здорово. Вы не удерживаете, что ли? Да, удерживайте позиции. Убейте его. Но. Я ожидал всего, но не этого. Я не ожидал 40 FPS. Давай раз на раз. Олень. Мы его частично поломали. Баран, я бы сказал, а не олень. Мы будем бить еще больнее. Да, мы бьем по жопе. Все. Я второй, что ли, появился? Да. Нет. Ай, он меня убил. Его штормит. Нет. Меня убил. Он завис. Я бегу за своими вещами, быстро. О. Да их тут трое, вы чё, Скиф? Их тут четверо. Давай сразу 10, Скиф. Отходим. А не забудь подписаться, тыкнуть на колокольчик, написать свои комментарии и заглянуть в наш паблик с топовыми мемами. Ссылочка есть в описании.